Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла на церемонию презентации нового проекта «Ярат» под названием «Коммунист». Учредитель организации «Ярат» Аида Махмудова рассказала о новом проекте. Затем Мехрибан Алиева и гости церемонии ознакомились с выставкой под названием «Коммунист». Коммунист – не гражданин, придерживающийся левых и правых взглядов, а житель мира, вынужденный мириться с меняющимися правилами человеческого сосуществования. В своих суждениях он руководствуется общечеловеческими ценностями. Как новое и стремительно развивающееся явление, мультикультурализм вызывает весьма противоречивую реакцию от открытого волнения и агрессивного неприятия до робкой надежды. Существует сотни определений мультикультурализма, авторами которых являются политики, социологи, философы и писатели. Площадка современного искусства «Ярат» предлагает художественную интерпретацию огромного и неоднозначного феномена, который затрагивает каждого. Каждый автор предлагает собственное определение мультикультурализма, порой со знаком плюс или минус, но в большинстве случаев с огромным знаком вопроса. Ректор бакинского филиала МГУ имени Ломоносова профессор Наргиз Пашаева отметила, что на сегодняшней выставке представлены проекты отдельных авторов. Это искусство, связанное с чувствами современного человека, и это современное искусство ищет новую эстетику и способ выражения. Автор делает это для самореализации и привлечения аудитории, сказала Наргиз Пашаева. В новом проекте, который продлится до 22 октября, участвует 19 художников. Выставка представляет 19 совершенно разных взглядов на волнующую тему.